особо-то о день рождения думалось, потому что это финальный матч. И плюс еще перед этим у меня была травма. Там вообще было непонятно, выйду я, не выйду. Потому что ну, буквально день назад я, грубо говоря, голеностоп сгибать начала. Думаю, ну нет, все-таки Константин Анатольевич поверил в меня, выпустил меня там на пару-тройку мячей. Все-таки свой какой-то незначительный вклад в победу я внесла. И уже потом мы там все, а, день рождения, ничего себе, вот это совпадение. А так, в целом, больше был упор именно на игры, на подготовку, на собственный настрой. Очень большая гамма смешанных эмоций. Сложно описать их как каждую отдельно и какую-то совокупность из них вывести. Просто это огромный сумбур. И от начиная «ничего себе, наконец-то чемпионы», заканчивая «господи, наконец-то это свершилось, и, а что делать дальше?». Поэтому, ну, в основном это, естественно, положительные эмоции. Но их очень много, и они все справа налево, слева направо, и метаются в разные стороны, поэтому я не могу дать какое-то конкретное определение. Ну, нет, почему? Но без мотивации и без цели в целом в нашем спорте очень сложно. Всегда хочется стать лучше, чем ты есть на самом деле. Лучше, чем ты был вчера, лучше, чем ты был час назад и так далее. Поэтому, ну, в конце концов, я всего лишь один раз чемпионка, еще столько возможностей. И пока что только чемпионка России, поэтому еще расти и расти. Ну, такая жизнь, что делать, каждый зарабатывает, как он может и сколько может, поэтому... что временно живем раздельно, потом опять живем вместе, потом снова раздельно и так по кругу. Здесь жил, да, занимался в Униксе. Сначала тренировался, насколько я помню, ну, в молодежной команде. Уникс 2, не помню, или, ну, что-то такое. Да, потом подключили его к основному Униксу, и потом уже началась отдельная деятельность, самостоятельная карьера. Вот. Ну, это же тоже своего рода ответственность. Ты же не можешь ему сказать, нет, дружище, ты в туалет не пойдешь, мама хочет поспать. Так не будет. Все равно встаешь, идешь, гуляешь. Ну, потом можно еще поспать, если сильно хочется. Поэтому, если грубо, учитывая нашу с мужем комплекцию, пока к маленькой собачке наклонишься, она со старости помрет. Поэтому там не рассматривался такой вариант. Все же зависит от менталитета собаки еще самой. В целом понятно, что это дрессура, это воспитание, кинологи, занятия, все остальное, но все равно сама по себе собака тоже имеет свой индивидуальный характер. Кто-то сговорчивый, кто-то капризный, кто-то прям прилипчивый. Вот наш последний вариант. Поэтому там гости приходят только к нему, все общение это только с ним, игрушки все для него. И, мать, я там сам разберусь, с кем мне дружить, давай. Так как муж местный, родители здесь смотрят. А так, зоотели, гостиницы, ситеры, то есть это все прям. Но с ситерами сложнее, потому что, ну, не все согласны в квартиру пустить незнакомого человека, но и к непроверенному отвезти тоже. Ты не можешь как бы быть уверенным, что точно за ним следят, что все хорошо, что он там кушает вовремя, что с ним гуляют достаточно. Но, как правило, самый проверенный такой вариант – это зоотели с достаточно широкой базой отзывов, с хорошими оценками, и все равно ты приезжаешь, еще проверяешь. То есть ты не приехал, сразу собаку отдал, а там приехал, посмотрел с ним, он познакомился со всеми, тебе показали, где он будет жить, и уже только после этого. Ну, в общем, все серьезно, как с ребенком в детском саду. У мамы были собаки, в достаточно взрослом возрасте у нас тоже была собака, а потом появились в моей жизни коты. Вот. Ну, в детстве тоже были коты, как-то получалось так, что мы чередовали кошки-собаки. И потом уже все, кот стал старенький, он сейчас живет с мамой, он уже не ездит со мной, он стрессует, ему уже много годиков. Поэтому мы решили, что собаку, наверное, заведем с мужем. Ну, я в целом очень животных люблю. Мне не принципиально кого, главное, чтобы было что-то мягенькое, маленькое, рядышком, вот такое все. Тут, наверное, стоит спасибо бабушке сказать. Через насилие, скажем так, мне привили любовь к книгам, поэтому... Вот эти, знаете, любимые увлечения советских учителей, насильные диктанты, когда надо было заучить сколько-то там слов, а потом эти слова без ошибок переписать. Ну вот так у меня появилось 4 энциклопедии, мне по возрасту неподходящие. Потом появились энциклопедии «Хочу все знать», если помните, был раньше такой 26 томов там. Потом появились эти энциклопедии, и вот... небольшая проблема случилась. Грамотно писать я так и не научилась, зато любовь к чтению появилась. Поэтому. Ну, нет, список ширится прям значительно. Но в основном это такая научпоп и
немного, как сказать, ну, опять же, мрачной утопии. Да. Что-то ближе к Орвеллу такое. Из последнего, что прям мне очень сильно запомнилось, это «Обычное мясо». Ну, если очень грубо, то там о постапокалипсисе, где у человечества не осталось еды, и единственным вариантом они решили все-таки выращивать человечину на съедение. Вот так грубо, да. К этому добавился конструктор, к этому добавилось вышивание крестиком, теперь, как выяснилось. Вот, к этому добавилась частично, наверное, фотография, периодически занимаюсь, но не портретная, так для себя, всякие пейзажики, все такое. И, ну, что еще можно к этому добавить? Сейчас еще добавился портрет из нитей, собирала пару раз, и мозабрик, вот эти, которые портретные конструкторы, вот. Ну, мне помогает не думать вообще. То есть ты сидишь, так в схему смотришь, монотонно тыкаешь, собираешь. Все. То есть для меня это прям идеальный отдых. Я ни о чем не думаю, ни на что не отвлекаюсь. Я просто сижу вот так час, два, три втыкаю. Все. Сейчас с собой беру часто пятнашки современные. Есть такой, ну, пятнашки — это где надо было головоломку передвигать. Только тут с прямоугольниками, квадратами. То есть тебе высвечивается комбинация, тебе надо ее вывести, ну, в показанный вариант. Вот сейчас такой фигней увлекаюсь. Беру сканворды, как правило, очень много, часто, постоянно. Мы там сидим иногда по 2-3 вместе разгадываем. Книги, естественно, ну и рисую на телефоне. Плюсы. Ты видишь мир, в частности, свою родную страну, зарубежные страны. Ну, на данный момент ближнее зарубежье, но ты его видишь. Опять же, у тебя есть навык коммуникации, потому что хочешь, не хочешь, это командный вид спорта, тебе придется договариваться с другими людьми, детьми, взрослыми, неважно, придется. И, наверное, для меня самый такой большой плюс, что ты имеешь большую географию друзей. То есть очень много знакомых по разным городам, со всеми ты видишься. Опять же, в любой момент в отпуск можешь приехать в любой город, и тебе будут рады. Минусы. Опять же, большая география друзей. Вы никогда не собираетесь в одном городе. Никогда. Минус – это частично потерянное образование, потому что мы все, ну, прям с малых лет в основном, и это, как правило, через шапкозакидательство проходит на учебе, плохо выбранный универ в основном, то есть, как правило, это спортивный, а не что-то другое. И, наверное, сложности, ну, опять же, не вообще не, как правильно сказать, сложности в быту с обычными людьми, потому что они не понимают твой график работы, а ты немножечко не понимаешь график работы их. То есть, ну, это нормальная работа — сидеть в офисе, там, условно, с утра до вечера, работать на дядю, делать обязанности свои, и, ну, они не понимают, как ты, в смысле, ты в середине дня можешь прийти домой и такой: о, бамбук покурю, посмотрю в потолок. Но ты же тоже не только этим занимаешься. Ты с утра до вечера тоже тренируешься. Утром у тебя стандартно 2-2,5, вечером стандартно 2,5. В промежутке еще какие-то свои дела тоже, как и у обычного человека. И вот эта вот несостыковка, если человек не готов идти на коммуникацию, то, как правило, это скандал с пеной у рта с двух сторон, чего, ну, хотелось бы избежать по возможности всегда. Я бы сказала, что это стандарт. Но мы же рано заканчиваем. Это очень большая редкость, когда там игрок до 35 играет. Ну, по крайней мере, в женском волейболе. Ну, по пальцам можно пересчитать, кто у нас сейчас старше 35 есть вообще в суперлиге. И, ну, повышенная зарплата, как правило, это компенсация того, что ты выходишь в 30, ну, условно, 2, возьмем средний промежуток, и у тебя ненормального образования, по которому ты никогда не работал, ни вариантов, кем ты хочешь работать или что ты хочешь делать после вот этого всего, зато очень классно волейбол играешь. И вот все, что ты накопил в течение там вот этого спортивного бэкграунда, с тем ты потом и живешь. А что ты будешь делать? Хватит тебе денег? Как ты будешь крутиться? Это уже, ну, не чужая головная боль, а твоя. Поэтому, ну, и опять же, травмы тоже подвязаны. Это достаточно большая активность. Ты же в жизни так сильно не насилуешь свой организм, ну, условно, грубо сказано. И поэтому
где-то там можешь чаще к врачу сходить, что-то. А у нас, как правило, это все затягивается до момента, когда уже все, зигита, надо что-то прям среднесрочно перематывать, мотать изоленту, скотч, все сюда. Поэтому, ну, в спорте это стандарт всегда, в любом. То есть, плюс еще, если тебе с детства не объяснили, что лучше ты сейчас подойдешь и скажешь, что там у меня болит, я не могу, и вы как-то, ну, на тормозах это спустите, полечите, в ранней стадии это все купируете, чем ты до талого себя будешь насиловать, и такой, нет, я должен, без меня не справиться. Отчасти это может быть хорошо, но не перегибая палку. То есть, а у нас, как правило, это все вот либо я там герой, я должен, пяткой в грудь себя бьешь, либо, ну, ты вообще, давайте как-то без меня. Среднего нет у нас либо вот одно, либо другое. Хотелось бы вот к чему-то среднему выйти все-таки когда-нибудь. Нет, ты постоянно об этом думаешь, потому что, ну, ты же не знаешь, когда ты закончишь. Ну, может быть, после 35, а может быть и завтра. Это загадка для всех. Первая большая зарплата у меня была 5000 рублей. Это вообще по тем временам, ого-го, миллиардер, миллион. Я заработала 5000 рублей, мне их выдали на руки. У меня ни контракта, ничего не было, мне их выдали на руки. Я себе взяла 1000, остальное отдала маме. Мы живем, а себе купила какой-то фигни, вот этой первой, которой... Ну, мы там не очень хорошо жили. Вот эти всякие шоколадки, конфетки, они мне по факту не нужны даже были. Но мне так этого хотелось. И я вот с этим всем, мама вот это делает, это мое, все мое. И потом уже все это закончилось. Это и дело, которое ты любишь, и которому ты отдаешься, и твоя работа, к которой ты должен относиться ответственно, и, ну, дело, которое приносит тебе денежку, как правило, не только на тебя, и, ну, на семью, там, жизнь, какие-то твои хотелки, желания, потребности, и реализация себя, потому что, ну, да. Где тебе еще получится показать, насколько ты силен, опытен, смел, хитер, амбициозен? Очень большой опыт, потому что, как правило, это специалисты именно детских школ. Они, ну, очень много скаутов ходит по школам, очень много людей отсеивают на первые занятия. Вот опять же, недавно виделись с тренером, который меня притащил в волейбол, Эльвина Юрьевна Вафина. Та прям ходила за нами, ну давайте, ну попробуйте, ну пойдемте вот сходим, будет классно там. И, ну, опять же, начиная с того, что там мы жили плохо, мы готовы там найти какие-то субсидии, только вот придите, пожалуйста. Сейчас, понятно, такого нет уже, как бы, ну, мало за кого готовы, как правильно сказать, кому находить финансовую помощь, если такой возможности нет, скажем так. И сейчас уже гораздо меньше идет поток, потому что больше влияния родителей приходят на детскую школу. Там, ну, так как ты отдаешь деньги, ты, естественно, хочешь, чтобы эти деньги как-то отрабатывались. И ты ходишь уже, капаешь на голову тренерам, почему мой ребенок не играет, почему там мы вот так не делаем, вот так, а давайте туда поедем, а давайте сделаем так. И это уже, в свою очередь, очень сильно влияет на подготовительный процесс. Потому что, когда готовились мы, такой вариации не было. То есть родители отдельно, школа отдельно, волейбол отдельно. Там нельзя было прийти, там, допустим, после тренировки. Ну, как было у меня. Все приходило, говорю, мам, меня там убили, я плакала, мне сделали больно. Мама говорит, ну вот, ты же думала, тебя за ручку туда буду водить? Говорит, давай это, все, там, взрослая жизнь, сама разбирайся. Отчасти вот спасибо маме, что она мне дала понять, что, типа, мама с тобой до конца не будет за ручку ходить, давай сама разбирайся. Опять же, тренера тоже, опять же, вносили такой же вклад, потому что, ну, жизнь, ну, что разревелась, иди вон туда в уголок пореви, давай-ка. Спорт – это вот не про слезы, спорт – это про выносливость. Поэтому, наверное, с этой стороны, да, тоже очень большой вклад. Они постоянно напоминали о том, что пока что, ну, пока у тебя нет каких-то регалий, достижений, ну, вон, где Гамова, а где ты, тебе до нее еще там годы и годы пути, поэтому давай как-то потихонечку уже начнем этот путь. Это общая методика, понимаете, все учат по одной методике, вопрос в том, кто как доносит информацию, потому что большинство детей, вроде техника-то у всех более-менее одна, и здесь там пара-тройка различий, но почему-то во взрослой жизни они как более разительнее становятся, хотя вроде все одним и тем же занимались в детстве. И, ну, тут больше, опять же, аспект того, как тебе доносят эту информацию и насколько сильно тебе стараются привить понимание к ней. То есть
Можно один раз объяснить, два, три, четыре, если ты не понимаешь, что тебе вот, и перестанут объяснять. А можно объяснить пять, и ты на шестой наконец-то поймешь. И вот тут больше вопрос к тренеру, который не сдался на шестой, седьмой, девятый, десятый раз, а продолжил объяснять. Сейчас понятно, что большинство очень негативно к этому относится, но я, наверное, как со стороны спортсмена скажу, ну, что, чего ты ждал? Что тебе подарят красивую книжку с бумажкой и медальку сразу? Ну, такая жизнь. Никто не говорил, что будет красочно и весело. Как-то так. Мне захотелось, я сделала. Это же, ну, ты всегда можешь быть разной. Как говорится, волосы не зубы отрастут. Можно в любой момент на лосо побриться. Это не так страшно, как кажется. Захотелось дреды, сделал дреды. Захотелось красный, покрасилась в красный. Это, ну, такие условности, за которые прям большинство держится, что... А нет, а что подумают люди? Тебе не все равно. Ну, тебе с ними ходить за ручку, крестить с ними кого-то? Нет. Поэтому... В основном мне все равно, что думают про меня люди. Я и так уже двухметровый человек, больше похожий на парня со спины, поэтому ко мне разница. Первую прям татуировку мама очень плохо восприняла, потому что это было сказано не «мам, я можно сделаю», а «мама, я сделала». То есть там уже перед фактом было поставлено, а потом она как-то уже более-менее говорит: «Я на это денег не даю, ты на это зарабатываешь сама». Все. Потом не ноет. То есть это так больше обстоял разговор. Никогда. Нет. Это и сейчас можно реализовать, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Можно заплатить за обучение, отучиться, начать искать клиентскую базу, но пока это более трудоемкий процесс, чем просто заниматься чем-то дистанционно. Это надо прям постоянно оттачивать технику, знакомиться с машинкой, знакомиться с материалами, набивать клиентский подход. Это не так просто, как кажется. Также думают про волейбол большинство, сидя на диване, что ты, а что ты там вышел, два часа попрыгал и, ну, типа, и все, деньги свои в конце получил. Но это же тоже не так. Это долгая работа, там, чаще всего чуть ли не с 6 лет. И не факт, что ты к этому придешь, чтобы вот сейчас сидеть, грубо говоря, там, в какой-то команде, делать свою работу. Это, как правило, еще может закончиться вообще в 13 лет, а то и раньше. Ну, вот ты 10 лет походил и такой, ну, не мое. И дальше ищешься в жизни. А может и дальше вообще пройти. То есть ты можешь там до 25 в каких-то командах играть, играть, а потом такой, не мое. То есть ты только в 25 можешь это понять. И там и чаще это все вообще травмой заканчивается, обрывается. Вроде бы, ну, и хочешь, и дальше, и я там еще могу, и вот не перегорел, а уже не можешь. То есть это все тоже, смотря с какого пня ты смотришь вот на это все. То есть легких работ не бывает. Сейчас моя любимая шутка по этому поводу, это означает, что у меня было 5 лишних тысяч рублей, и никто меня не остановил. Вот так вот, давайте закончим. Какие-то шутки по этому поводу были, что-то из разряда «О, руку заморала, иди помой». А так он в основном на этом не циклился, потому что, ну, ему, наверное, важнее, чтобы его задания выполняли. То есть, ну, хотя вот когда приходила, все тоже говорят, как ты с Карполем, он же там тебя заклюет, затюкает. Но в какой-то момент все-таки, да, ему важнее, чтобы ты делал работу. Как ты при этом выглядишь, ему не сильно важно. То есть, делаешь хорошо, меньше вопросов. Делаешь плохо, много вопросов. Но это все наслоилось на ковидные обстоятельства. Ну, я уверена, что, опять же, не будь ковида, не будь вот этой дистанции, не будь масок и всего остального, было бы, конечно, пободрее, поинтереснее. Опять же, это международное общение, опыт и встреча с другими знакомыми из других стран, с которыми ты играл. Тоже, ну, немаловажно такое. Но, опять же, да, ковид очень сильно все это подпортил. И, ну, вплоть там до перегородок, раздельных столов каких-то. Сразу же в первый день изъяли палочки, потому что многие спортсмены, да, для еды, то, что многие кидались ими, это, опять же, неуважение к культуре. Ну, представляете, что это для Японии приехать, а твоими столовыми приборами бросается, это все равно, чтобы у нас ложками борщ запускали в разные стороны. Ну, как бы такое. И опять же, всех разводили постоянно, то есть ты даже не видел почти другие команды. Максимум это вот в столовой или когда идешь до зала, едешь куда-то. Хотелось бы больше вклад просто внести в участие команды, а так я вышла в общей сложности на 3 мяча, поэтому да, немножко обидненько. Одно. Случайно мне в блок попали. Но меня трясло, да, потому что я...
У меня еще безразмерная форма, которую мы не смогли подогнать мне по размеру. Потому что здесь вроде хорошо, здесь узко. Здесь нормально, здесь широко. На евро потом с этой же формы мне 18 раз свистнули сетку, потому что я 18 раз задела сетку майкой. А это считается как касание руками. Там потом писали в комментариях, что что это такое, делегация, что не может подобрать форму по размеру. Ну, да, вот такие воспоминания пока. А я ехала на тренировку в зал. Мы ехали все вместе. Нас собирала наша однокомандница. Первая, у кого появилась машина родительская, она нас собирала по пути. И вот мы едем. Небольшая предыстория. Машина Матисс. Да, и мы едем вчетвером, все примерно одной комплекции. Смотрелись мы, как клоуны на подъезду к цирку. Мы едем, и пролетает как раз метеорит в этот момент, и раздается хлопок. Первое, что мы подумали, что мы пробили колесо машины. Мы, все, она остановилась. Она говорит, мы пробили колесо, мы как вообще, а там до зала ехать буквально 2 квартала осталось. Мы что будем делать? Я ничего не понимаю. Мы выходим, проверяем, нет, ну колеса нормально. Все, мы доезжаем до зала, а у зала нет окон, ни одного. Там старые еще были стеклянные вот эти 2-пакетные окна, помните, которые такие? Да. Все окна выбиты. Вот с того момента там и появились потом стеклопакеты пластиковые. Просто выбиты все окна. У нас не было в тот день тренировки, потому что весь зал, просто весь паркет был вот так в стеклах в этих. Мы поехали, получается, по домам, она нас обратно отвезла, мы все думали, что произошло, и уже только потом, когда зашли там все в интернет, посмотрели новости, только потом мы узнали, что это был метеорит. В центре тоже повыбивало все окна. То есть, ну, до центра в тот день я как бы не доехала, но многие знакомые, кто тогда учился, там работал, они рассказывали, что там вообще кошмар, коллапс произошел какой-то. В целом все первые 2 дня какие-то теории, новостная лента пестрила вообще всеми вариантами, вот начиная военного переворота, заканчивая там вторжением НЛО и так далее. Ну, и вот эти все бредовые теории, это все прозвучало за 2 дня, а потом жизнь как-то вернулась в нормальный прежний уклад. Мама постоянно смеется, потому что эта тема все еще популярна. Она говорит, я в следующий отпуск поеду с чемоданом гальки, буду продавать как метеорит. Все равно никто не проверит.